Любители зафиксировать жизнь Владивостока, фотографы, видеографы, представители СМИ получили шанс увидеть город с высоты птичьего полета. Поднявшись на верхний этаж администрации края, добравшись до крыши, все стали свидетелями смены флага Российской Федерации. Полотно размером 4 на 3 меняют по необходимости, в зависимости от погодных условий. Если флаг выгорает или сильно пострадал от штормов и тайфунов, то чаще. Работа не из простых. 7 дней в неделю на крышу здания выходит специалист, чтобы осмотреть триколор. Старый флаг не пускают на хозяйственные нужды, не разрезают и не выкидывают. Утилизируют особым способом, ведь это символика страны, на которую распространяется даже закон, наказывающий за неуважение. В этот раз смена флага России совпала с подготовкой к главному государству. Празднику с Днем России. Вот что говорит смотритель флага, который относится к своей работе неформально. Каждый раз видишь какой-то вид города, можно сказать, самой высокой точки города. И это очень интересно. Ну, это волнительно иногда бывает, когда особенно какие-нибудь праздники, меняешь флаг, все равно волнуешься. Вроде и часто это меняешь. После смены флага все любители фото- и видеоохоты за кадрами смогли насладиться видами города. Зафиксировать спокойствие спортивной гавани, суету Золотого моста, корабельную набережную, морской вокзал и железнодорожную паутину веток. Экскурсия была организована представителями администрации края по просьбе СМИ. Очень многие хотят подняться сюда, ведь любителей красивых кадров все больше. И мы благодарны за доброе отношение к нашему каналу и готовность сотрудничать. Владивосток действительно прекрасен. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.